Девочки, давайте, значит, звонить кому-то, но это не... Кому, зайчик? А кто виноват? Поломался автобус. Нам нужно... Почему такая хрень каждую неделю? Я не пойму. Дайте нам, пожалуйста, автобус 14:20. Пожалуйста, мы не можем отпринимать. Хорошо, у вас два маршрута стоит. Где? Вон стоит. Да вы зовите полицию, да и все. Пожалуйста. 1:15? Вызывайте полицию. Давайте, да. Пока вы не начнете пускать все рейсы, как они были, мы будем возмущаться. Да потому что вы сейчас пускаете 3 автобуса вместо 20, как раньше было. Почему? Так это наша проблема. Ремонтируйте их. А для управления как-то не работает. Зачем вы тут работаете тогда? Других перевозчиков пустите. Вы не перевозчиков. Вот ваш. И вы нам должны. Такой перевозчик. Вот ваш перевозчик. Звоните. Я только что туда звонила. Нам сказали, что это ваш бог. И вы там решили эту проблему. Я только туда звоню. А ты скажите, что у них автобус сломался. На свои места и все. Мы сядем на свои места на другой рейс. Сейчас он придет, и мы займем. А потом вы с этими людьми договариваетесь. Вы нас не выкинете, мы сейчас сядем на эти места. Вы зря не сели на этот автобус. Мы сейчас Вам билет продали, услугу не предоставили. Значит, полиция должна решить, почему вам не предоставили услугу. Давайте У кого билеты и не уехал, оставайтесь. Сейчас полиция приедет. Почему вам не предоставили услугу по перевозке? Правильно. Оставайтесь. Пусть перевозчик. Пусть ребята разбирают. А какой болезнь? 14:20. Это самосовка за них перевозчиков, поймите. Это нет, билеты есть. Не может такой воды. Это гравье. Так звоним перевозчику, перевозчик говорит. Звоните, я вызвала полицию. Смотрите. Мы звонили перевозчику, только что перевозчик сказал, что это бок вокзала. Звонили только что перевозчику, перевозчик сказал, что это бок вокзала. Ребята, это Никополь, 2018 год, мы все уезжаем в Днепр иногда. Сказали покупать билеты за 20 суток на Днепр, запомните. XXI век на дворе. Уже вызвали полицию. Уже полицию вызвали. Мы ждем 5 минут. Каких 5? Выходите. Выходите. Мы вызвали полицию уже. Все, сейчас вижу. Выходите. Почему на 14? И так вы делаете на замену на 14:20 вы ее не сделали. На 14:20 какая разница? У меня тоже. Пожалуйста, Никопольский автовокзал, всем привет. Всем привет, пожалуйста. Вы не посадите, отправьте, закрывайте на чистку. Что с этим делать? Я не выйду, тогда пассажиры, вы работаете на пассажирах. Сейчас звонят, чтобы кто-то там работал.
почему? Мы сядем на эти сейчас места. То, что вы заменили, мы на них сядем. И вы будете их автобуса вынимать. Мы, а не вы. Мы будем сидеть на этих местах. 14.50 пройдите, что я на себе мира. Да, слава Богу. Слава Богу. Нет, это не начальники. Сейчас мы решим это. А где начальник? А где начальник? Рассказал, как обстоят дела. У людей сарафанная радио. Почему вы лучше стоят? Они девушки. У людей сарафанная радио. Девушка, у людей сарафанная радио. Выйдите, объявите, что случилось. Можно по-человечески? Сейчас мы решим эту проблему. Сейчас я не могу решать. Кто должна ехать? Когда сейчас мы должны мне рассказать? 14 минут, 40 минут, прошу. Какая разница? Хорошо, 50 минут, пожалуйста. Почему у тебя садили на все? Вы не можете заменить, я еще доплатить должна, чтобы уехать. Это вообще дурдом. А где директор вас отложил? Да он в отпуске, наверное, или заболел. Да бухай, сейчас никого не найдешь. Иди, смотри, автобус. А где все они? Где все? Где все? Дай кого-то. Мы должны стоять за свои деньги и трудом размерился. Правильно компенсации. Все, трудом размерился. Да, да, да. Вообще, вы свои какие-то машины. Молодок с Юги, не уедем, а чего они такие? Сейчас. Молодок с Юги едем. Да. Так а остальные как? Кому не продают вообще? Да, подождите 30 минут. Я стою с ребенком 30 минут. Нормально ходят, а с основными вы не можете решить вопрос. А как? Вы должен... Приятно снимите автобусы. Я за два билета заплатил за свои деньги. Я должен был уже полчаса ехать в пути. Так вы выйдите людям, объявите по-человечески. Да вас родители позабудьте. Да звоните проблемы, да точно. Это точно. Вы звоните, да не можете. Вы рассказываете, водители понаживались. Я звонил туда, ну что? Я говорю, понаживались родители, они выходили на работу. Да мне бы звонить, как всегда. Рассказывайте сказки. Да. Я еще два часа буду ждать, пока у нас не пройдет. А у вас места нет, места машин нет, места к снимите машины. Ну, как-то надо. Места перевода, снимите пару машин, снимите людей. Пожалуйста, пойдете, поменяете на 14.45. Это сейчас будет 14.20. 14.20. Сейчас мы поменяем. 15.10 и 14.20. Только там, пожалуйста, сколько? На время на там на 14.45. Только там билеты будут по 80 гривен. Пожалуйста. Нет, я такой человек, кто не... Так пускай продадут мне билеты, мне вообще не продают билеты. Вы же меняете на какие-то места. На что? На допы, которые... Дороже, мы так ехали из Днепра. Так, конечно, тебе до завтра стоять ждать автобус или что? Я была побеспокоиться, купить кредит. За 20 дней назад, да? Да, самый большой вывоз. У нас уже 15 дней, уже нет автобуса. Капец, да. Что ж, ну сейчас полиция решит, да. Нам продали наконец два билета на Днепр. Не видите, что завтра на завтрашний день. Нам сегодня продали. Вот, пожалуйста. Такие... На 16.30 продали билеты. Смотри. Есть билеты. А что на 16?